Формадол – таблетки від головного болю. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24-го каналу. На календарі у нас 29 серпня, вівторок. І наш військовий експерт і полковник Збройних сил України Роман Світан на зв'язку. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Пане Романе, почнемо з території країни-агресорки, тому що є повідомлення від Міноборони Російської Федерації, що безпілотники летіли і били по Тульській області. Все, що я знаю по Тульській області, там наче є якийсь військовий аеродром Клокова. В Тульской области очень много предприятий, которые выпускают оборонных предприятий. Аэродромы аэродромом, но там именно вот эти предприятия, на которых есть большие склады с боеприпасами. И повторить, допустим, подрыв какого-нибудь завода оборонного, как раз попав по складу с взрывчатыми веществами, было бы неплохо, потому Тульская область сейчас, она там ближе к Москве, она сейчас тоже под ударами наших беспилотников. И через Тулу и на Москву также идут. То есть есть определенные маршруты, которые заходят на Московскую область, на Москву и через Тулу в том числе, да. То есть это, она может просто быть по, вернее, Тульской области, лежать в маршруте движения беспилотников. Там могут срабатывать ПВО российские, либо просто видеть беспилотники, ну а дальше рассказывать о том, что они там всех их позбивали. Поэтому, я думаю, через сутки будет понятно, что там где горело или какой-то был удар. Ну, либо российские паблики это подсветят, либо наш генштаб, либо наши каналы уже определят, куда был удар этим беспилотником. До речі, пане Романе, якщо говорити про безпілотники, в нас є оновлена інформація по Криму. Нагадаю, 23 серпня били безпілотники в районі Тарханкуту Оленівка. Чи то ракети били, казав Даніло, що, можливо, наші ракети якісь нові. Є вже супутниковий знімок, що справді є влучання. Ну, він такий неякісний, але, очевидно, є, бачимо факт того, що влучання було. Кажуть, що це комплекс С-400, хтось каже, що це «Бастіон», який «Оніксами» стріляє. Радіоелектронну боротьбу станції ми там ліквідували. Але цікаво інше, тому що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав наступне, що ще рік тому, коли ми намагалися бити по Криму, нам, я так зрозумів, західні партнери казали, ні-ні-ні, ви що? І отут ми доходимо до вашої теорії, що тепер вже є дозвіл, консенсус бити по цілях Криму окупантів. А ми з вами, пане Роман, проговорювали, і ви зауважували, що чомусь Storm Shadow, скелпи не летять в Крим. Ну, вони до сих пор так і не летять. Ні Storm Shadow, ні скелпи не йдуть в Крим. В Крим йдуть в основному наші розробки, тобто наші ракети. Є і крилата ракета на базі Х-35, типу Нептуна, може бути з більшою дальністю, з другою головкою наведення. Є балістична ракета типа «Грома» проекта «Сапсан». То есть у нас есть чем бить по Крыму, потому, скорее всего, по Крыму, вернее, работают все-таки наши средства поражения, а до сих пор наших партнеров нет использования, по крайней мере, тех боеприпасов, которые нам они передают. Это может быть условие, это может быть видение какое-то, может быть не условие в чистом виде, но там просьба. Ну, мы эту просьбу всегда выполняем. Но пока на данный момент нам пока хватает наших средств поражения для того, чтобы уничтожать военные объекты в Крыму. Хотя, если уже при подходе к Крыму, при заходе в Крым, нам однозначно нужно будет использовать, во-первых, «Хаймерсы», даже те же ракеты М-31, которые в «Хаймерсах». То есть это уже точно должно быть разрешение. Скорее всего, об этом уже Подоляк и говорит, о том, что нам разрешают хотя бы то вооружение, которое есть, РСЗОшные или там те же армейская артиллерия, использовать по Крыму. Но есть общее видение того, что Крым – это территория Украины, и даже мы, когда работаем по Крыму и говорим о том, что работаем по Крыму, это уже не вызывает какого-то негатива. Потому это уже такой прогресс. Но этот прогресс стоил нам десятков тысяч жизней и года потерянного времени. Пане Романе, в крайньому інтерв'ю Кирило Богданов, очільник головного управління розвідки, сказав наступне, що ми можемо досягнути будь-яку ціль
на Кримському півострові, але ми не тримаємо весь Кримський півострів, навіть його частину, під вогневим контролем. Як це можна розшифрувати і зрозуміти? Огневой контроль – это когда в любой момент при выходе войск противника мы можем нанести удар. Это полный огневой контроль. То есть есть видение постоянное 24/7 территории и в готовности работа сразу же средствами поражения. Это огневой контроль. А вот по Крыму мы можем периодично с некоторой степенью, там, с некоторым временем задержки выполнять боевые задачи, вот те, которые мы сейчас видим. Полностью под огневой контроль Крым можно взять будет только тогда, когда подойдем к Азовскому побережью, подойдем к Крыму, когда у нас расположатся наши хаймерсы, допустим, вдоль северной границы Крыма, и мы сможем в любой момент использовать РСЗО, артиллерию, ну и если будут, то дальние ракеты типа «Атакамсов». Вот тогда будет полный огневой контроль. Мы переведем Крым в оперативное окружение, так называемое. Но для этого надо еще добить Крымский мост. Это очень важно, потому что в том виде, в котором он сейчас есть, пусть поврежденном, но он все равно выполняет свою задачу. Железная дорога работает, и часть шоссейки в там, реверсном режиме, но тем не менее работает. То есть мы еще Крымский мост не отминусовали. Пане Романе, якщо говорити про знищення ворожої техніки, є повідомлення, що на Запорізькому напрямку, ми сьогодні ще про нього поговоримо, ми ліквідували найсучасніший береговий радар вартістю в 200 мільйонів доларів «Приділ-Е». Що це за ноу-хау від росіян? Ну, это не такое ноу-хау, это есть станции типа нашей «Кольчуги». Причем после того, как в 2014 году россияне с Донецкого завода эти «Кольчуги» украли, причем конкретно украли, первое, что сделали российские войска, когда зашли в Донецк, это как раз вывезли комплексы «Кольчуга». А это и на этой базе были построены целая сеть на базе «Кольчуги» нашей украинской, была построена целая сеть станций, в том числе и этот комплекс. Там сама идея заглянуть за горизонт, то есть есть моменты, связанные с волнами, которые отражаются от ионосферы, и, естественно, используя ионосферу как экран, можно работать за горизонт, потому вот такие станции иногда видят на дальности сотни километров, 300, 400, 600 километров, то есть в зависимости от мощности самой станции. Вот они очень дорогие, потому что действительно там 200 миллионов долларов может стоить. Мы тогда в Донецке, когда производили на Топазе, я просто сам в Донецке, там живу недалеко от Топаза, когда производили эти станции, потом был скандал, организованный американцами, кстати, скандал, по которому мы вроде как продавали эти кольчуги на Ближний Восток. Было принято решение «Кольчуги» уничтожить. И тогда приезжал Обама в Донецк на Топаз. Обама был, контролировал это и сами «Кольчуги», уничтожение, и на заводе резинотехнических изделий, так называемых, контролировал уничтожение боеприпасов. Мы тогда занимались его охраной, было дело. С Обамой виделись в этом смысле. Но это было очень давно, лет 20 назад. То есть и вот на базе этой «Кольчуги» построили россияне очень много, украв у нас разработки, украв «Стопаза» «Кольчуги», украв оборудование «Стопаза» Донецкого. Они развернули производство вот этих комплексов. Ну вот один из них мы минусовали. Они там на пальцах их можно пересчитать, так как само оборудование, оно очень сложное и очень дорогое. Без нашей Донецкой базы россияне никогда б не построили такое оборудование. Пане Романе, є повідомлення також від такої преси, як Moscow Times. Вони себе позиціонують як частково опозиційні. Вони повідомляють наступне, що Кремль наказав своїм спецслужбам готуватися до нової спроби перевороту. Чому? Тому що це пов'язане з ліквідацією Пригожина. Зараз вагнерівців хочуть притягнути до присяги російській армії, відповідно, хочуть ліквідувати. І вони можуть з цим бути незгодні і щось формувати якісь нові походи на Москву. Наскільки це реально, як ви вважаєте?
Вагнер – это инструмент, это не хозяин, это не башня, которая принимает решения. Это просто инструмент, один из инструментов. Самое интересное, так как он больше медийный был, потому он был на виду, а таких инструментов еще хватает. Идут определенные моменты, определенное противостояние, вернее, продолжается то противостояние, которое вызвало поход Вагнера на Москву между башнями Кремля или даже между комнатами в одной башне Кремля, вот так можно даже сказать, или этажами башни. И это противостояние еще не закончено, потому есть предпосылки к тому, что будет повторение, но только повторение не похода Вагнера на Москву, а повторение чего-то связанного с путчем, с заменой лидеров или, допустим, с зачисткой территории. То есть это сейчас прогнозируется, есть данные разведок, причем всех разведок, все разведки подтверждают, что противостояние даже после уничтожения Пригожина, по крайней мере, из медийного плана, из медийного пространства Пригожина, оно не уменьшило, а наоборот усилилось это противостояние, которое в конце концов приведет к какому-то уже, может быть, и вооруженному мятежу еще очередному. Это может быть не Вагнер, так как Вагнера практически не существует. Там есть достаточное количество частных компаний, которые могут использоваться для таких задач, причем им никуда ходить не надо, они расположены уже в Москве. Это такой, может быть, внутренний переворот, хотя, опять же, его, раз его прогнозируют, раз его уже начали в информационном поле песочить, то уже, значит, об этом знают практически все, и остальные башни Кремля, они как-то отреагируют. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Российская медиа, вернее, российский политикум, он сложно предсказуемый. Ну, а российский бунт, он вообще беспощадный, так сказать. Так що може бути що угодно. Пане Романе, є дві новини, мені здається, ми можемо їх пов'язати. Це Інститут вивчення війни повідомляє наступне, що Росія не має резервів, не має сил, аби готувати якісь нові наступальні дії на фронті в найближчій чи далекій перспективі. І також повідомляють інсайди, що після так званого єдиного дня голосування по Росії і по тимчасово окупованих територіях 10 вересня Путін готовий підписати мобілізацію. Як ви вважаєте, чи справді потрібно підписувати ще один документ диктатору? Все сводится к G20 и 10 сентября тоже. То есть Путин сейчас пугает, причем накачивает обстановку в таком в режиме запугивания и референдумами, выборами, той же мобилизацией, в том числе пугает участников саммита G20. Все вот к этому подвязано, и цифры об этом говорят, то есть в районе 10 числа это все и будет происходить. Потому это такой режим запугивания, примерно такой же, как и ядерная дубинка, и не более того, потому не стоит на это обращать внимание уж очень сильно. Дело в том, что на наступательных, так сказать, наступательный потенциал у россиян исчез в прошлом году. Мы уничтожили основные профессиональные силы россиян. Сейчас все, что они будут набирать, все, что они будут ставить в строй, даже все, что будут производить, это максимум для оборонительных моментов, малых наступательных, но не широкомасштабных. Для того, чтобы подготовиться к широкомасштабным наступательным действиям на 40-миллионную страну, стране типа России надо готовиться около 10-15 лет, не меньше. 10-15 лет подготовки, только тогда можно говорить о какой-то готовности. Потому у россиян просто нет времени для подготовки к наступлению. А вот к обороне, да, понимая, что им надо будет оборонять либо 1000-километровый фронт южный, либо 1000 километров госграницы после того, как мы уничтожим эту армию, которая сейчас есть на территории Украины российскую, и выйдем на госграницу. Это с севера на юг у нас граница где-то около 1000 километров с Россией. Им надо будет ее оборонять. Это так как наше военно-политическое руководство постоянно говорит о создании демилитаризованные зоны в 5 областях российских, которые граничат с Украиной. И, повторюсь, я уже говорил, это Брянская, Воронежская, Белгородская, Курская и Ростовская. Вот эти, в этих 5 областях будут проведены такие демилитаризационные мероприятия, а им придется это все оборонять, охранять. Им надо определенное количество людей
на 1000 километров госграницы нужно и 1000 километров фронта, надо около 1 000 000 человек для того, чтобы в реальном режиме оборонять эту территорию. Потому им надо будет этот 1 000 000 где-то добирать. Потому может быть объявлена либо мобилизация, но опять же не под задачей наступления, а под задачей обороны. Либо это будет продолжаться скрытая мобилизация, та, которая сейчас у них и так идет в районе 20 тысяч по месяцу. Они мобилизуют в основном контрактников, то есть там мотивация в основном финансовая. За счет меркантильной составляющей соцпакетов и шубы жене и Лады Калины отцу. Ну, примерно так. То есть для нас это небольшая проблема. Это, еще раз повторюсь, пугалка для G20. Пане Романе, якщо говорити по лінії бойового зіткнення, в нас є два хороших факти. Влучання. Перший – це енергодар біля Запорізької атомної електростанції. Є відео, як, знову ж таки, головне управління розвідки застосувало дрон. І ми бачимо по відео, що це є надточне влучання. Повідомляють наступне, що постраждала імпровізована казарма підрозділу Росгвардії ОМОН «Ахмат-1». Ми бачимо, що головне управління розвідки знає, мало того, що точну дислокацію, так я так розумію, і точну хвилину і годину, коли там перебувають ворог і чи проводить наради. Тому що це вже не вперше в енергодарі, власне, в енергодарі ми б'ємо по зібранню, скупченню ворога. Ну, таке впечатлення, що у нас ГУР взагалі все знає. Надо ще посмотреть, похож ли Буданов на Путіна, тому що слишком все знає. Это, кстати, хорошо, однозначно, это говорит о том, что у нас разведка, конечно, на высоком, на высочайшем уровне, сама разведка наша, плюс все-таки помощь наших партнеров, это тоже надо понимать, так как разведсообщество, которое делится между собой разведданными, когда нужно будет, когда нужно уничтожать взорвавшегося диктатора, то разведсообщество здесь друг другу помогает, причем надеясь потом на будущую помощь. Ну, а исполнитель, тут вопросов нет. Скорее всего, там уже целая летная эскадрилья в ГУРе есть под руководством опытного летчика, который выполняет такого рода задачи. Мы в последнее время видим очень много таких положительных моментов, потому можно только поздравить разведчиков ГУР с очередным воинским званием, я так понимаю, после такого рода выполнения. У кого-то еще одна звездочка на погонах, вернее, не звездочка, а ромбик на погонах появляется. Так ось, в нас є другий факт влучання, це є Токмак, і там є аеродром, і от бачимо, що є як мінімум вигоряння території, ось бачимо порівняння. Пане Романе, ми прекрасно розуміємо, що від наших позицій орієнтовано до Токмака десь 25-27 кілометрів. Скажіть, будь ласка, чи ризикують росіяни справді тримати в Токмаку на аеродромі якусь авіацію? Им деваться некуда. Дело в том, что кроме Токмака у них в этом районе больше нет ни одной базы. И они, Токмак, и делали базы специально для того, чтобы рассчитывали удержать фронт. Фронт там на дальности в 30 километров находился, а это за пределами работы армейской артиллерии. Они даже не прогнозировали, что мы можем подойти ближе к Токмаку и начать работать по Токмаку. Потому весь в районе Токмака территория, она напичкана буквально военными базами россиян. Сейчас пока мы еще не достаем армейской артой. Я думаю, в ближайшее время только можно будет уже говорить о том, что и армейская артиллерия работает по Токмаку. Но для этого надо расширить плацдарм в районе Работино, расширить в основном на восток. То есть для того, чтобы могла армейская артиллерия подойти не в мешок, а работать с хороших позиций по Токмаку. А пока по Токмаку мы в основном работаем хаймерсами. Ракеты М-31 в достаточном количестве есть. Главное цели. Ну а по целям мы уже говорили. Вот кто, а Буданов и будановцы цели подадут на блюдечки для работы М-31. Пане Романе, в нас є просування на Таврійському напрямку, вірніше, в Ремівський виступ, якщо казати точніше. От Приютне, це є західна частина від Старомайорська. От якщо ми глянемо на карту, давайте глянемо, в нас є просування. Ось ми бачимо суттєві просування. Скажіть, будь ласка, яка тут ситуація може розгортатися? Бо багато хто каже, що біля Бердянська, ну це Бердянський напрямок, ситуація трішки складніша, ніж на Оріховському напрямку, бо там більше тримають росіяни резервів.
На Времевском выступе, вот этот Бердянский называют, почему-то его Бердянским направлением, хотя это больше, наверное, Мариупольское все-таки направление, потому что двигаться с Времевского выступа удобнее в сторону Мариуполя. Да, вот в эту сторону. Это удобнее, чем на Бердянск. Бердянск лучше отсекать двумя разрезающими ударами с Орехова на Мелитополь и с Времевского выступа на Мариуполь или где-то рядом. На Бердянск вряд ли кто-то будет двигаться, нет смысла. А вот работа сейчас в районе Времевского выступа, она похожа на зачистку тех, вот даже мы сейчас показывали, как этот вклинение зачищается. Так вот, это похоже как раз на зачистку, на выравнивание фронта, потому что такого рода действия это как раз так и приводит. То есть до этого, допустим, такое вклинение в нашу оборону, и дальше мы его выравниваем для дальнейшего продвижения. То есть здесь идет вот такая работа постоянная с этими вклинениями. Ну, удары не выдерживают практически ни одна армия, фланговые удары, когда они идут с двух сторон. То есть это дело времени, когда из вклинения выдавливаются войска. Вот то, что мы наблюдаем сейчас и в районе Временского выступа. Но общее движение идет в сторону все-таки Старомлыновки, вдоль Ялов речки. Подходим уже к заветному желанию. Там вот в районе заветного желания в основном ведутся боевые действия. Но опять же, нельзя зарыться. При наступательных действиях нельзя ни в коем случае зарыться, для того, так как россияне также могут ударить с флангов и сжать нашу головную колонну. Потому и сейчас зачищаются сначала фланги. Вот перед этим мы показывали. Зачищаются фланги, чтобы они не смогли нависать над наступательными, да, операциями. Вот примерно вот так надо будет зачищать. И так, да, то есть вот, такой, вот таким тупым, можно сказать, наступательными действиями, тупым углом уже двигаться. Пане Романе, хотів би ще запитати вас по авіації. От Резніков, міністр оборони, сказав, що вже навесні 24-го року у нас можуть з'явитися F-16. Скажіть, будь ласка, яку вони першочергову функцію на фронті будуть виконувати? Тобто бити, тримати на вогневому контролі Чорне море, боротися проти крилатих ракет, проти авіації, чи бити позиції ворога? Все будет зависеть, сколько придет самолетов. Это очень важно. Если придет, допустим, одна эскадрилья, она в широком масштабе не может использоваться. То есть там будут определенные задачи, точечные задачи, допустим, под использование каких-то ракет или какого-то оборудования, которое будет передаваться с этими самолетами. Основная задача малого количества F-16 будет это все-таки помощь противовоздушной обороне. То есть их будут использовать как летающие платформы для запуска ракет. Ракеты в основном АМ-120, это те, которые в Насамсах используются, их же используют, конечно, и F-16, то есть как летающие платформы для прикрытия нашего неба. Это в малых количествах. Если будет достаточное количество, хотя бы пара эскадрилей, то одна из эскадрилей будет использоваться для работы уже либо по земле, либо по воде, ну то есть либо гарпунами будут добивать российский Черноморский флот ракетами «Гарпунов», 16 их несет. Либо, если будут переданы, допустим, крылатые ракеты типа «Джасм», эти крылатые ракеты будут уже использоваться по земле, в основном по земле, ну, в зависимости от постановки задач. Плюс F-16 может использоваться для постановки помех и для уничтожения ПВО противника теми же ракетами «Харм». Они с F-16 раскроются в полной своей красе, потому что сейчас мы «Хармы» используем над нашими самолетами, просто как самолеты используются для поднятия «Харм» в качестве первой ступени разгонной, не более того. А самолет может «Хармом» управлять, и тогда практически все ПВО противника может в какой-то одной зоне быть подавлено с помощью блоков, которые есть у F-16, радиоэлектронной борьбы, постановщиков помех. В одном месте могут подавить ПВО противника даже несколько самолетов, не то что эскадрилья, несколько самолетов на каком-то из направлений. И туда могут зайти уже наши бомбардировщики и штурмовики, которые не будут бояться ПВО противника. То есть они начнут работать с воздуха для поддержки наступающих частей. То есть вот в таком режиме, если будет малое количество авиации. Если придет хотя бы
одна-две бригады, то есть это в районе там 4-5 эскадрилей, 4-5-6 эскадрилей, то тогда уже на одном из участков фронта можно будет развернуть широкомасштабные наступательные действия на базе наших самолетов. То есть они будут выполнять, одна из эскадрилей или там пару звеньев выполнять задачу погашения ПВО противника, ну а остальные самолеты будут работать в качестве бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей и перехватчиков, прикрывая практически с воздуха наступающие части, проламывая оборону противника на глубину боевого радиуса самолета. А у него даже без подвесных топливных баков 500 километров. Поэтому не то, что до Ростова, до Кубани можно долететь в этом смысле. И вот, вот в таком режиме будем использовать. Вопрос просто в самом количестве самолетов. Это очень важно. Пане Романе, в нас знову на горизонті появився Папа Римський. Він спілкувався з молоддю Росії і наговорив, пане Романе, просто багато-багато дурниць. Я лише зацитую певне з них. Він згадав про Російську імперію, про Петра І, що це ваша спадщина, і ви не повинні її втратити, і ви повинні далі розвивати Російську імперію. Скажіть, будь ласка, звідки це береться в голові Папа Римського? Це йому лобісти в Ватикані накидають? Це його абсолютне нерозуміння, незнання, що відбувається в Україні? Чи звідки він несе цю дурню? Это все берется от его казначея, который ему показывают, сколько денег расположено в Ватикане российских. И вот как только цифра там увеличивается на какое-то количество, вот у него такие, вот такой словесный понос бывает про великую историю Великой Российской империи и о Петре Первом. То есть это все прямая связь с нулями на счетах Ватикана или, может быть, в библиотеках Ватикана где-то расположена комната, куда там рубли российские складывают. Часто в районе 1 к 100 долларов, значит, там этих комнат должно быть много. Деревянных, если навезут, то, естественно, забьют все библиотеки Ватикана. То есть это оттуда все идет и будет идти. Но это прямое, так сказать, воздействие на его речевой аппарат. Зона брака, зона верники, левая височная доля. Есть там такой ассоциативный центр, срабатывает. А если говорить, допустим, о глобале, то у этой церкви большие проблемы после развала Российской империи начнутся. Дело в том, что после развала Российской империи большинство, большая часть России, она останется под контролем и вообще станет исламской. Это молодая, толковая религия, единственная, по крайней мере, из известных мне, которая пропагандирует здоровый образ жизни. Сам не пью, не курю, 60 лет никогда не пробовал. И вот эта религия, это поддерживает здоровый образ жизни. Это как раз то, что надо российской постимперской территории. Именно пропаганда здорового образа жизни, а это может сделать только ислам на этой территории. Но тогда Папа Римский теряет большую территорию христианскую. То есть пока она как-то контролируется церковью православной, то Папа Римский тоже как-то на это влияет. А вот после того, как это будет исламская территория, а еще раз повторюсь, это единственный выход для постсоветских, вернее, постимперских российских территорий как-то сохраниться, не деградировать полностью. Это вот как раз стать приверженцами ислама. Ну и Москва, скорее всего, это будет чеченским городом. Это правильно, грамотно. Так как в свое время москвичи уничтожили Грозный, то должны отдать свой город чеченцам. Я думаю, и тогда конкретно знамя ислама будет над всей российской территорией. Этого очень сильно боится Папа Римский. А для нас, как для украинцев, это будет положительный момент, так как с этой религией мы точно найдем, так сказать, связи и взаимопонимание. Пане Романе, на завершення хотів би запитатися, як це можна розцінювати. Тому що посольство Росії в Південно-Африканській Республіці продемонструвало карту з новими членами економічного союзу БРІКС, і росіяни нам на карті віддали Крим.
Готовятся. Они готовятся, понимают, куда дальше ветер дует, понимают, что Крым – это Украина, вообще без вариантов. Ну, а дальше, естественно, не контролируют такого рода. Это я не думаю, что специально они там сделали. Они просто уже не контролируют такого рода вещи и делают так, как это должно быть. Вот и все. Потому это уже правильное, грамотное действие или бездействие, может быть, даже так. Грамотное бездействие. То есть не обращение внимания с одной стороны, ну а с другой стороны это уже приглашение в том числе и к диалогам разного уровня, диалогам, которые можно даже вот на такой базе из-за такой вроде как мелочи с одной стороны, карта вроде, но уже можно разговаривать, то есть разговаривать с теми людьми, которые допустили такого рода вроде как неточность с их точки зрения или с российской точки зрения. Вот это такой положительный момент. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, на календарі в нас 29 серпня, вівторок. Не забувайте коментувати, не забувайте обов'язково ставити лайки, аби YouTube знову ж таки регулярно кидав наші зведення в рекомендації. І, звісно ж, підписуйтесь. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.